Я рад приветствовать вас сегодня на этом замечательном мероприятии. Сегодня мы собрались здесь, чтобы обсудить ключевые аспекты управления персоналом, обменяться опытом и знаниями, и, конечно же, вдохновиться идеями. Сегодня перед вами выступят настоящие эксперты в HR-сфере, и в конце каждого доклада вы сможете задать ваши вопросы спикерам. Организаторы конференции, сейчас я их немножко представлю, для того, чтобы было понимание, сколько народу над этим потрудилось. Это компания Intech Digital. Агентство Intech более 17 лет работает в сфере интернет-маркетинга, веб-разработки и дизайна. Intech – это команда профессионалов. Они помогут вашему бизнесу расти, расширяться, развивать аудиторию и увеличивать прибыль. Также это оригинальное отделение «Опора России», бизнес-клуб «Окружение». Обменивайтесь опытом, знакомьтесь и увеличивайте свои результаты за счет правильного окружения. Ассоциация IT-компаний, региональное сообщество компаний и специалистов в сфере IT и Digital. Генеральный партнер Insider, организация, которая помогает организовать эффективный рабочий процесс. Это система мониторинга деятельности сотрудников за компьютером и смартфоном. Скриншоты экранов, кейлогер, анализ продуктивности, фиксация нарушений, удобные отчеты – это лишь часть функционала. С инсайдером руководитель сможет принимать решения на основе объективных данных. В программе мероприятия предусмотрены перерывы, чтобы вы смогли немного отдохнуть, перекусить, выпить чашечку кофе или чая. У нас программа разделена на два потока. В этом зале, в зале «Магнат» и в зале «Консул», который находится через стенку здесь, вы можете передвигаться между залами во время перерывов и приходить на интересующие доклады. Отмечу, что в программе есть круглый стол, на который можно попасть при условии подписки на телеграм-канал спонсора афиши бизнес-событий. На сайте есть QR-код. Если вы зарегистрируетесь, то сможете попасть на круглый стол. Также сегодня вас ждут интересные конкурсы, и вы уже догадались, что можете сегодня уйти не только с инсайтами, но и с призами. Призы будут выдаваться в конце мероприятия. Хотим сказать спасибо нашим партнерам мероприятия Event Club, XPH, IT Park, региональный оператор Сколково, Житиева, компания Житиева занимается строительством малоэтажных жилых домов. Житиева строит дома как на своей земле в поселке Петровский 2, так и на участках клиентов. Узнать подробнее можно на сайте житиева.ру. Также партнер – это моя команда, зарплата.ру, SkyMedia, SkyMedia видеопроизводство, имиджевые презентационные ролики, видеореклама, съемки контента на YouTube и социальные сети. Сегодня они ведут фото- и видеосъемку на наше мероприятие. Также это Международный институт дизайна и сервиса, Status International, деловой квартал, информационный партнер, медиапродукт, деловой квартал. Главный герой делового квартала, практики бизнеса, наиболее предприимчивые люди страны и города, которые делятся опытом, дают экспертные оценки, высказывают свои мнения и комментарии. Внимание аудитории достойны только значимые события, тенденции рынка, компании и люди, которые действительно влияют на бизнес города, страны и региона в целом. Читайте нас на chel.dk.ru. Также надо отметить цифровой элемент, клуб молодых промышленников, Five Star Business Academy, международная консалтинговая компания, которая с 2015 года занимается построением корпоративных университетов для бизнеса. Минцифры Челябинской области, Центр бизнес-инкубирования, HelpInver, тренинг-центр «Точка роста», Bittrex24. И сегодня для вас во время регистрации кофе-брейка работают интерактивные зоны, где вы можете обменяться опытом, получить подарки и новые знакомства. Также у нас сегодня будет фотоконкурс. О нем подробнее расскажу перед началом перерыва, пока есть возможность делать больше фотографий, чтобы потом было больше шансов на победу в конкурсе. Приятный бонус. Сегодня в 17.00 после мероприятия пройдет автопати в баре United. Чтобы попасть на автопати, нужно подписаться на спонсора событий афиши бизнес-мероприятий, о которых я уже говорил выше. Подробности у организаторов. Также важная информация. В течение 3 рабочих дней после мероприятия вы получите презентацию с докладами спикеров.
Итак, начинаем. Сейчас я предоставлю короткое приветственное слово